Носками и всем дополнительным, по словам председателя КЗС Александра Романенко, мобилизованных могут обеспечить неравнодушные люди. Он призвал жителей края, в том числе своих коллег, к совместной поддержке призывников. Политик подчеркнул, вооружением, обмундированием и питанием будущих бойцов обеспечит Министерство обороны. Задача земляков – помочь сделать условия пребывания мобилизованных более человеческими. Совет женщин в администрации района разослал всем жителям, бизнес-структурам и так далее письмо. Уважаемые коллеги, просим подключиться к такой важной работе. Или оказать финансовую помощь, или же материальное вооружение. Носки и так далее. Но все то, что дополнительное. Вот взводят, что у нас сегодня денег нет, что в Министерстве обороны, то-то, то-то. Вот мне пришлось все это дело разъяснять, что ничего в этом плохого нет. И так уж заведено у нас на Руси, и так всегда было, я не сомневаюсь, будет. Когда семья отправляет кого-то на службу, даже на полное обеспечение, все равно собирает за руку чемодан. Так и мы, все в крае, должны оказать им поддержку. Включаться в работу стоит и волонтерам. Прежде всего, помогать семьям, которые остались без мужчин. Им сейчас непросто. Кому-то нужно докопать картошку или нарубить дрова. Своих коллег спикер парламента призвал больше общаться с жителями, чтобы снизить накал тревоги. Особый разговор предстоит с бизнесом. Сейчас я боюсь, что на продовольствие пока цена упала, да, держится все. Но уже, так сказать, вот потуги эти идут. Ну вот как-то, я не знаю, Андрей Николаевич, может бизнес призвать к разуму какому-то, что все-таки давайте в этот период заморозим эти цены. Отдельным отраслям в ручном режиме нужно будет спасать производство. Прозвучала идея содействовать с замещением ценных мобилизованных кадров. Как именно, пока не уточняют. Для всех же, кто уже готов оказать помощь, открыт специальный счет в Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития, который ранее занимался вопросами коронавируса. Мы эту работу уже вели, ковидный период начали уже вести сейчас, только расширяем ее сейчас именно точно на семьи военнослужащих. Однако, по словам Романенко, еще предстоит определить конкретный список того, что требуется в подразделениях. Часть собранных средств направят мобилизованным, часть их семьям. Анастасия Дороган, «День с толком».